Всем здорово, ребят. Ну что, у нас открылась угольная армия, и сегодня время вывалять нашего дуэлянтика на угольную, посмотреть, что, как он может там делать. Поэтому убираем всех героев. И сейчас посмотрим, что же это за имба, сколько он протащит, сможет ли он что-то там сделать. Ну а потом наставим просто обычных каких-то героев и попробуем с ними пройти. Такс, окей. Вот такой вот у нас ходшот. Такая сборка есть еще с Берсом, но с Берсами я потом попозже протестирую. Ритуал я показывал, почему ритуал хорош, чем он хорош. Сборка у нас на уклонение. Ну, то есть огненка уклонение, конечно, это не то, но это то. Такс, что мы сделаем по эмблеме? В принципе, зачем я снимал всех героев? Давайте поставим здесь вариант ожива. Посмотрим, может у него он дамажит очень много. Может нужно будет. Так, окей. Поехали. Кстати, надо проверить удачу. Махатма. Понятно. 33. Ну, конечно. Конечно, выше титул, лучше награды. Да. 7400, неплохо. Так, умножитель. 44, 33, 44. Что-то пошло не так. Элитный дает урон, да. Вот так вот. Три в два раза меньше. Ну, улучшение плюс. И еще раз было улучшение, было бы неплохо, но... Оккультист. Так, окей. Тут мы разобрались. 62 тысячи. Ну, тут можно тоже сделать подгон, чтобы было быстрее. Потому что все реально очень медленно идет в последнее время. Можно не жалеть. Так, поехали. Вот такая у нас раста. Давайте где-то по центру поставим. Так, а мы ему питомца не поставили. Чем мы ему поставим по питомцу? Какие варианты есть? Ну, конечно, самый лучший вариант, чтобы к нему не подбежали, это панчбокс. Если даже к нему подбегут, он будет их ушатывать. Поехали. Ай, блин, надо было, наверное, все-таки нам воодушку взять. Чтобы он автопроком включался. Хотя он дальше всех бьет. В принципе, он и так будет включаться. Нету смысла его воодушки здесь. Все равно первым будет бить. Он и не зонально бьет. Он бьет в одну точку спереди. Поэтому вариантов тут особо много тоже нет. Тем более, если сейчас включится Атлант, это будет очень весело. Это вполне вероятно. Так, сейчас тыква разгонит, и на этом все закончится. Так, там Атлант уже включился. Хорошо, что у нас подошли с другой стороны. Так, тихоша. Отлично, красавчики. Вот, посмотрите, как он тащит. Интересно, а если к нему подкрадутся сзади, что будет в итоге? Но видите, вот так вот я перестраховываю с панчбоксом, по сути. Он будет шатать тех, кто будут подбираться к нему сзади. Так, смотрим дальше. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Что это было? Что это такое? Я ничего не делал. Просто тупо. Два. Один. Зависон какой-то. Что-то пошло, ребятушки, не так. Connection fail. Просто crazy. Это называется, мы с вами потестили. Я не знаю, что сегодня с английским сервером. Просто тупо.
тупо зависает в те моменты, когда не надо. Вот так вот. Называется, блин, потестили. Как обычно. Я надеюсь, вторая попытка хоть будет намного лучше. Релогин, релогин. Просто жесть какая-то. Самое главное, что с интернетом все нормально. Но это не точно. Да давай уже релогинься. Connection fail. Блять, начинает уже бомбить от этого сервера. Тан-т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 ан. То чувство, когда захотел просто потестировать мега имбу, а тебе просто зафейлили попытки. Это ужас. Это боль. Ну, будет у меня тест номер два или не будет? Блин, ну пипец, ну посмотрите, ну что это такое? Ну давайте зайдем на русский сервер. Здесь все нормально. Чисто проблема английского сервера. То чувство, когда ты дуэлянта просто сломал. О май гад, наконец-то. Ну дадут они нам нормально затестить или нет? Просто пипец, ребят. Это ужасно. Поехали. Попытка номер два. Я надеюсь, нас сейчас атланты не поимеют здесь. А все очень... Шанс очень велик. Самое главное, чтобы демон, видите, демон сейчас подбежит, все будет good. Да, конечно, это опасно. Ну, как видите, этот герой для этой локации вообще практически не предназначен. Он бьет в одну цель, а он не бьет массово. Он бьет в одну точку. Там сзади его сейчас будут чпокать, ему пофиг. Так, к нему под... Вот, заморозка пошла. Давай! Блин, жестко, посмотрите, сколько их. Вот почему панчбокс на нем реально тащит. И почему ему надо ставить панчбокса? Потому что у него зад не защищен. Просто пипец. Вот это было красиво. Если бы у нас был какой-то другой питомец, я думаю, он бы уже слился. Ай-яй-яй, почти-почти, видели, почти атлант добежал. Так, ну-ну-ну-ну-ну, сбоку бегут.
его заморозят, наверное, и сольют. Тыковка дала разгон. Посмотрите, тыква дала разгон, а ему все пофиг. Жесть, он пока демона не добьет. Все, тыкву слили. Так, остались черепа. Ну, Арктика имеет дальность дальше. То есть, реально, герои, которые будут... Так, это уже печально. Но все равно он держится. Красавчик. Посмотрите, как он держится. Обалденно. Блин, да он хорош, реально. 14-я волна. Тыква разогнала. И тыкву слили. Опять тыква дала разгон. Нифига себе, посмотрите, как он дев держит. И он не проседает. Что такой-то бред, как по мне. Реально. Офигеть. Просто офигеть. Посмотрите, что он творит. Он просто разруливает эту ситуацию практически. Жесть, какой разгон. Так, прошла ожива. Судя по всему. Офигеть. Просто офигеть. Сколько он выдерживает. 17-я волна. Это жестко. Это реально жестко. Все, его заморозили. Но тут уже, наверное, должны его убить. Капец. Ну, я вам скажу, в принципе, то, что он не набил много, это одно. А вот то, как он продержался, это реально прикольно. Это реально кайф. Ну, к сожалению, у нас одну попытку на нем слили. Ну, что я могу сказать? Интересно, я попробую еще завтра. Я надеюсь, я успею. И попробую еще раз его запустить. И уже будет нормальный тест. Мы сможем две попытки заролить. Но, блин, я, вот, честно говоря, в шоке, сколько он продержался против разгона тыквы. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите нового видоса. Всем удачи, всем пока.